Привет, народ, как дела? Это Джей, я Джей. И сегодня я расскажу о том, как объяснить команде расстановку актеров. Предположим, вы снимаете двух актеров в помещении. Сперва я рисую на листе бумаги вид комнаты сверху и схематически изображаю реквизит, который будет присутствовать в сцене. Например, диван, стол или что-то еще. А еще двери и окна, чтобы знать, что при необходимости я смогу освещать через их проемы. Назовем это сцена 1. Гостиная. Помещение. Чтобы описать действия актеров, я рисую кружок с носиком, показывающим, куда смотрит актер. А в кружке имя актера. Например, Джей. Я пишу Джей, а для Сьюзи я пишу С. Затем пунктирной линией со стрелкой я показываю движение актера и веду линию к конечной точке. Вот так. Затем я устанавливаю камеру. Для этого я рисую квадратик с объективом и указываю номер кадра. И пишу, какой я использую объектив. Например, 35 мм. Чтобы показать движение камеры, я рисую линию со стрелкой для указания направления движения. Я специально оставил поля вокруг, на тот случай, если я захочу расставить освещение за окнами. У меня будет место, чтобы все зарисовать. Например, здесь у меня 2-киловаттная лампа накаливания с рассеивающим светофильтром. Все предельно ясно. И вы все легко покажете вашей команде. И все поймут, чего именно вы хотите. Если есть место, можете нарисовать еще положение камеры. А если напортачили, просто возьмите другой лист бумаги. Спасибо, что смотрите мое видео. Не забудьте подписаться. И как говорит Арни, I'll be back. Через 2 недели. Не унывайте, ребята. Всего вам. Пока.